Четверка, да? Четвертого уровня погоня. Лечиться надо, Кайл. Тебе лечиться надо, ты такие жопы лазишь. Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetuous Play. Меня зовут Саша, а это Dying Light. Если вам нравится здешний зомби-апокалипсис и вы ждете очередной день живых мертвецов, а то даже и ночь живых мертвецов, непременно ставьте лайк и пишите комментарии, потому что именно такое ваше взаимодействие и определяет, как часто Dying Light выходит на канале. Также очень помогают репосты. А здесь сейчас у нас произошел небольшой конфликт. Знаете, он вроде как вызвал сантехника, но потому что-то не понравилось, и он решил напасть на Кайла. Это я выкинул, кстати, если что, ножи. А сантехника я знаю, почему он вызвал. Вот почему. Потому что у него фановая труба, вы вдумайтесь просто в это, на балкон выходит. Не, я понимаю, конечно, трущобы, но не до такой же степени. Срать себе на балкон. Не. Кстати, насчет сантехника. Если Кайла сейчас не убьют, что, в принципе, может случиться, надо провернуть этого... французского гаечника, блин, с гаечным ключом. Сейчас попробуем, может даже на этой паре, ребят. Не даются. Подожди секунду. Оп. А почему же ты не прыгнул, Кайл? Давай сейчас постараешься, а? Да, было. Достижение определенно получено. Ну, собственно, я не распробовал, давайте еще. Пока полумертвый, так оно даже веселее. Подожди, малая. Подожди. Она не дается. Понятное дело, я здесь не прыгну. Ребят, давайте не будем, а то же... А то же сейчас умру. Нет, секундочку. Я пока что еще полумертвый, я хочу попробовать все-таки. О, кстати, они хорошо стоят здесь. Ну, типа хорошо стоят. Но этот взял и упал. Сейчас провернем. Да что ты будешь делать? Кайл, ты разучился прыгать или что? Они близко стояли, да. Это делается только один раз? Или что это такое? Нет, ну еще разок. Надо же как-то почувствовать вкус-то. Зомби-апокалипсис, мать его. Нет, делается, но как бы не всегда, наверное. Я не знаю, я успеваю махнуть этим гаечным ключом несколько раз. Ну и, в общем, это к добру не приводит. Ну да, определенно, от чего была. Очень странно, я не знаю, наверное, это все-таки к этим братьям Марио отсылка. Хотя вроде как французский или итальянский водопроводчик, или что там было написано. В общем, у нас же сейчас есть заданница, между прочим. Воу! Вот на это я не подписывался. Подождите. Ты залазишь? А как ты такой? Бодренький, а? Залез с той стороны. У нас тут, понимаешь, есть задание. Во-первых, нам надо забрать вот эти вот тайники Османа, которых три. За нами опять бегут. А также посетить вот эти вот штуки. Я тебя встречаю. Хорошо, хорошо, окей. Плохо встретил, да? Как он так перепрыгивает через задницу? Иди сюда, мать твою. Вот, хорошо теперь встретил. Окей, не дал он мне договорить. Помимо этого, тут есть еще заданница, вот. У Лехи какой-то там помощь ему нужна. И также я хочу зачистить зоны эти. Что в зонах дело? Ну и также там может быть еще какое-то задание. А давайте теперь сделаем максимальную глупость, которую можно придумать было. Да? Вообще-то я, если серьезно, нажал и С в последний момент, и вот эту фигню, но что-то не сработало. Хотел водопроводчика сделать ему. Ну да, он не так делается, но не суть. Кайл сегодня как-то не в форме, что ли? Или это я не в форме? Или мы оба? Да нет, мы в форме. Все нормально будет сейчас. Давайте найдем
Вот. Не так-то и сложно было. Карты. О, три белых ящика. Это же просто замечательно. Один красный. Не, ребята. Все-таки давайте поменяем. А то я себя, наверное, некомфортно чувствую с разводным ключом в руке. Они залезут ко мне? Да фиг им. Не смогут. Давайте сейчас залутаемся. Это будет не Harvest, а именно вот такой вот более-менее интересный лут должны найти. А с другой стороны, задание очень давнее. Это не интересный лут. И вполне возможно, что ничего здесь нету. Ну, типа, будут ништяки по уровню задания. Как там в коробке было. Уфло сплошно. Да ладно. Угу. Да ты демон. Да как это? И надо все время настраиваться, что очень трудно. Потому что когда просто трудно, то это... Ну ладно, разберем, что. Хорошо. Кто-то к нам идет, да? Слышите? Нет, ты серьезно? Подожди. Вот. Окей. Лут идет, но я же говорил, он такой себе. Хотя не по заданию, он намного круче, чем задание, но... Он явно ориентирован на меня, но опять-таки... За мобилочки спасибо, да, это нам очень пригодится. Взрыв пакеты, хрень, конечно, полная, но я тоже возьму, потому что... Плюшкинизм никто не отменял. Вообще. Это даже не закрыто было? 184? Ну вот как это они себе представляют? Я не понимаю. Единственная пукалка, которую я... Опа! Привет, ты живой, да? Пукалка, которую я нашел, и она была больше, чем 184? Это самое первое. Пацаны, а что вы тут? В очередь ждете, да? Что падать было тогда? Нифига себе. Малая психанула. Капец их уносит. Да, это вы были абсолютно правы, когда говорили, что... Почему сейчас не пробило, пробило? Оп, и эффектный разнос. Ясно, побежали в следующую точку. У меня жизнь это фигня. Малышка, ползешь, да? Молодец. Давай. Давай, давай, давай. Я сейчас не услышу, как со спины зайдут. Вообще, очень не хочется попасться. Ядрить, как она пугала-то, а? Ёханый просто бронежилет. Откуда ты взялся? Откуда он? Как он выполз-то из-под контейнера, а? Кто мне может это объяснить? Я все понимаю, но как она только что пробежала через эту хренотень? Надо меньше стрелять. Из дробовичка, а то он быстро заканчивается. Но так хочется, так охота прям. И все-таки не пробивает их, да? Типа... Я не знаю, с чем сравнивали разработчики этой игры дробовичок. Но, если честно, на расстоянии 5 метров он ровно точно такой же смертоносный. А вот здесь мне хочется прям задержаться. Давайте повоюем здесь знатно. Потому что там белый ящик. Они бегут со всех сторон. Это прям круто. Прям экшон. Ну давайте. Это я сделал, что ли? Бывает же. Я просто сейчас немножко в растерянности, откуда они все бегут. Давайте залезем еще повыше. Не хватило, не хватило, я знаю. Тихо, стоять. Вот. Так вот. Все? Ну, в принципе, можно сказать, что все. Из быстрых.
Постреляли знатно. Надо бы перемотаться. Да. Вот, сюда. Там еще был красный ящик, но... Фиг с ним, он фуфло. Я просто знаю это. Аптечки есть? Алва. Пахлава, хорошо. Эй. В трудную минуту и пахлава может стать халвой. Что же здесь интересно? Трудно. На этой карте белые ящики, в принципе, очень трудными не бывают, да? Или бывают? Просто мне не прет. Потому что когда трудно, то априори там не будет крутой вещи, да? Ну, типа, меч, как из Скайрима. Мыча. Алкоголь. Побежали, наверное, давайте захватим. Или нет? Сначала посмотрим, что там за здание у Лехи. А потом захватим одну из точек. Кстати, да, перезаряжать надо почаще. Оп. Ты где? Ядрить. Я забыл, у нас же лихорадка, сворачивание шеи и выбивание мозгов. Секунду. Ты стоишь? Нормально? Почему? Как он успел повернуться? Ладно, тогда прощаю. Хотя нет, ну как прощаю, да? Такое они прощают. Он, кстати, выжил, да? Ага. Такое они прощают, Кайл особенно. Ты только залез сюда, да? Бывает. Аж земля под ногами у Кайла горит. Давайте попробую забежать ему за спину. Пока он меня типа не заметил, да? Это в прошлый раз Кайл заразился этой лихорадкой. Типа сворачивание голов, все такое. До этого же не было ничего. Все было нормуль. А тут видите, вон как. Мы недавно здесь были. И опять и сюда приперся. Ну все логично, я же бегу. По одному и тому же маршруту, что в прошлый раз. Оп, как быстро-то, а? Какой паркурщик-то, етить. А тут под напряжением. Ладно, мы через... Хотя можно и так. Ну, Кайл, зачем ты так делаешь? Нам надо наверх. Во. Или подождите. Да, нам надо сюда. Ну, давай. Да, я знаю. Мы здесь вынуждены лезть по правилам. Какая-то странная закон, почему это я в безопасной зоне не могу пользоваться кошкой. Тем более, что расшибить башку себе можно так и так. Что ты хочешь? Помоги мне найти Кристова, моего сына. Ты работаешь на Раиску, да? Ну да, для собственной безопасности, но я не могу обратиться к нему с такой просьбой. Мой сын, он еще очень молод. Сперва говорит, потом думает. Он не понимает, что иногда нужно ладить с людьми, которые не такие уж и хорошие. Он убежал к Брекену в башню, хочет стать паркурщиком. Ну так молодец. Не самое безопасное занятие, да? Его точно убьют. Он не готов. Он еще слишком молод. Чтобы умирать, никогда не рано. А ты сам не пробовал? Ты не понимаешь. Я делаю оружие для Раиски. Если оно тебе не будет готово, когда его люди придут забрать заказ, нас крестовым бьют. Прошу, помоги мне, и я дам тебе кое-что полезное, кое-что особенное. Хорошо? Попробуй поспрашивать в башне, если что. Но, по-моему, твоя крыша как-то уж очень сильно тебя пугает. И подумай об этом. А знаете, он хочет одной жопой на двух стульях. Так не бывает. Обычно. Работаешь на Раиску, так работай на Раиску. Я у тебя рацию стебрил бы, если бы мог. Да ладно. Я ее тогда не взял, сейчас возьму. Сейчас, конечно. Я вот смотрю просто, как бы отсюда слинять, чтобы свинтить, чтобы не убиться. Вот типа... Ладно, нормально. Хорошо, он ничего интересного не дал. Давайте тогда захватим эту зону и посмотрим еще, что тут за тайнички. Османа. Османыча. Осман Османыч. Давай. Ага. Тут, в принципе, все близко. И амбулянча. Тоже близко.
хорошо все было, а? Конечно, сейчас сбегутся. А давай, давай, сюда. Давай. Кстати, это же было очень громко, правильно? Взрыв башки. Я думаю, что это именно было очень громко, и поэтому сейчас сбегутся сюда. И друзья, товарищи. Одна, ну что ж такое-то, а? Ладно. Секундочку, может здесь будет две? Еще отсюда кто-то вылезет. Подозрительно, что здесь зомби нет. Они как тогда? Вылезут потом? По-моему, накаркал, там что-то уже хекает. Лево. Нет. Там еще полицейская тачка. Вот. Ясно, через одну. Лады. Раньше-то как не перло-то. Сколько было машин не вскрытых. Именно по той причине, что я не мог этого сделать. Зомбаки были в больших количествах. Серьезно? А где же тогда? Может быть где-то вот тут? Нет? Тоненькая была. Исключительный топорик не такой уже и исключительный. Исключительность на троечку. Ясно. Может быть, он меня не заметит. Но мы можем попробовать отвоевать эти две тачки, да ведь? Даже по-жесткому, по-тихому как-то можем. Почему не попал, хрен знает. Поворачиваем. Оп. Да почему? Кайл, кто будет... А, у тебя выносливость закончится, все понятно. Это же из-за нее? Лишь бы тот не бахнул, потому что это будет амнет всей операции нашей здесь. Все, сваливаем. Угу. Конечно же, можно и так просто повоевать, если не убьют только. Но могут и убить. Да. Сзади заходит. Суки, сзади заходит. Во. Заасфальтировали просто его. Туда прям. Оно дофига снимает выносливости. Это, конечно... Я к этому не привык, но ладно. Я привык к ним. Нифига себе, он побегать решил. Хорошо. Переключаемся на футбольный режим, да, ребят? Давайте. Тут, правда, тачка стоит в неположенном месте. Неудобно будет. Малая. Что надо? Привет. А ты? Я думал, останется без головы, но... Нет. Надо просто телепать куда хочешь. Куда телепается, в общем. Как? Ты... Кайл, ты что делаешь-то, а, вообще? Это же вообще нереал. Ну, взорвалась голова, хорошо. Будет попроще. Зомбинатор, блин. Да, еще и пнул меня. Секундочку. Я обязательно сейчас кому-нибудь сверну. Шею, наверное, да? Ничего не факт. Кайл, все нормально. Вот, видишь? Вот. Усаться сразу. Еще и отравила? Нифига себе. Ну да, она же бешеная. Первая. Секунду. О, уж говорю, сверну. Второй раз восстала из мертвых? Да ты издеваешься. Хорошо, ребят, давайте идем сюда. Здесь мы нормально в футбик поиграем. Если Кайл не будет падать. Если будет падать, поиграем не очень нормально. А выносливость-то она не резиновая. Но давай. Откуда здесь столько ликвидаторов? А? Экс. Подожди. Сейчас все будет. Ок.
Слушайте, я вот убиваю одного, приходит два на его место. Это просто как в сериале этом The Strain, кто смотрел. Кстати, такой прикольный сериал. Правда, больше всего там хотелось убить пацана. И, внимание, спойлер. Внимание, отбой. Спойлера не будет, да? Но, если вы видели, вы поняли, о чем я говорю. Подожди. Секундочку. Не знаю, что ли за жопу этому в желтом костюме схватиться, да, то ли башку сломать, выбить. Пока я, кстати, машинки буду лутать, здесь у нас все из ребят выпадет. Не хочешь, да, умирать? Убивать хочешь? Просто рожден, чтобы убивать, да? Нет, ну серьезно, ну за такое шею надо сворачивать. Все. Кайла, кстати. Рука-то набитая! Сейчас будет морда у кого-то набитая. Иди сюда. По-моему, она зовет парней. Нет? Окей. А если шею сверну? Не получится, когда ее нет. И головы тоже. Так, подождите. Давайте сначала амбулянчу. Лутаем. Это было обычно, на самом деле. Но, тем не менее. Знаете, это извращенное, сука, чувство, когда ты... Вроде как тебе нравятся зомби. А с другой стороны, больше всего нравится им бошки взрывать. Да, конечно, жадно. Ну ладно. Там уже все можно лутать. Это извращенное чувство, но это прикольно. Дядь, ну ты что? Стоп. Подожди, а тебе что, не сворачивается? Башня, что ли? Секунду. Да я попаду по тебе. Ты по мне не можешь попасть. Нет, у него явно башка не сворачивается, как у этих обычных лохобанов. И еще один идет. Сука, откуда вы только беретесь? Ликвидраторы сраные, блин. Сейчас съедят. Залазь. Да, давай. Все? Можно забрать? Ок. Алкоголь. Это же все, что мы любим с Кайлом в этом мире. Постапокалиптическом. Он так шипит. Это так напрягает? А то бинтов-то у меня навалом. Хоть завались. А вот с алкашкой проблемы. Надо будет скоро лечиться. Нет, все, ты уже. Он уже не проходит. Давайте вскроем. Мама! Просто нифига! Вскроем ментовскую тачку, да? Ну ладно, сейчас здесь будет жестко. На ней будем и отбиваться. Это будет наш маленький форпост. Как она ушла-то, а? Подожди. Ну что, ребята? Все сюда, да? Они, кстати, мне помогут. Они не дадут с одной стороны хотя бы залезть. Или дадут? Да, понятно, они уже без прицела, они ни хрена не взрываются голову. Хотя и с прицелом не взрываются. Что очень странно. Но в этой тачке может быть что-то интересное. Почему ты такой крепкий, а? Короче, надо болеть куда хочешь. И все равно встают. А если так, хорошо. Не, ну сейчас я это не попал, конечно, но... Ну это же... О, да. Хорошо. Странно, почему нету этих придурков? Я понимаю, что сейчас не ночь, но почему их так мало? Есть, конечно, роднулька ты моя. И вон бегут еще.
Молодцы. И тут еще. Где-то кто-то. Молодец. А я только успел расстроиться. Тетя? Иди нафиг отсюда. Что ты палишь-то прям? Тебе никто не говорил, что так некрасиво делать? Вот теперь все спокойно, Багдади. Слышу, слышу, слышу. Раз. И все. Я должен успеть. Ну где же ты? Этот еще там стонет. Станалкин. Вот. Чуть-чуть. Нет. Да ладно. Да как это? Какие они, блин, тоненькие. Здесь прорехи. Военная мачете. Варвар, варвар неплохо. Варвар, это хорошо. Что ты тут стонешь, блин? Что ты, мать твою, стонешь здесь, а? Подожди, это кто еще? А, это обычный. И все-таки, даже с прицелом. А, нет. Подождите, хорошо, а вот этот вот, крепкий, он должен быть крепкий. Вот, видите, даже с прицелом ему до лампочки. Две пули выдерживает. Спокойно. Сука, три пули выдерживает. Конечно, у них будут те зомби крепкие, супер крепкие. Конечно же. Ладно, мы же тут собрались отвоевать еще одну. Эту самую. Сейф зону. Кайлон. Для этого надо все-таки на нее залезть. Как вам такое, парни? Мне сейчас, чувствую, не понравится. Кайл, что ты делаешь? На фонарный столб? Ты серьезно? Как ты вечно залазишь не там, где я тебя жду, а? Овца тупая. Да, все, здесь нам уже не рады. Угу. Ага. Как это? Все? Все. Есть! Где? Здесь? Окей. Парни, а где вы? А? Это будет наша койка. Скайлом. А в ножку-то попал. Приложил. Вот так. Где, 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 где? Хе-хе-хе. Что такое? Что такое? Упала, да? Бывает же. Да ты что? Как мы бодренько встаем-то? Сразу. Так, где тут что надо сделать? Где тут включается электроэнергия? Здесь вообще затопило. Или Кайл только что описался? Чуть-чуть. Где моя электроэнергия? Или что здесь надо сделать вообще? Дверь может просто закрыть? Нет. Наверху? А, ты просто был последний из зомби-магикан. Успеем? Опаньки, прикинь. И что ты тут будешь делать теперь? Ну давай. Вали отсюда. Я что, характерно, не могу ей даже в морду плюнуть просто. Сука. Все. Потому что Кайл включил свет. Пошли нахрен все зомби отсюда. Но здесь нет никаких заданий. Это такая себе сейф-зона. Фиговая. Давайте тогда попробуем посмотреть, что здесь у нас. Ночью будет весело. Я уверен. Кстати, неплохо бы подлечиться. Да, Кайл, ну хватит уже. Вот это его... Забеги на мусорную, главное. Ты серьезно? А как ты-то залезла? Это разве быстроходная? И разве она умеет? Ну ладно. Хоккей. Дядя! Как он легко просто угандошивается. Не то что те. Коричневые. Мать их. Все, ребят, вы мне надоели. До свидания.
Сейчас мы нарвемся на коричневого. Будет бобо. О! Я, кстати, так и не полечился. Что может закончиться для Кайла жопой. А может и нет. Слушайте, где-то он здесь. Ой, засекли-то, ёперный театр. Хотя не факт, что здесь. Вот он где. Тайник его. Вот тут. Давай. А, больно. Ядрить. Сейчас мы туда вернемся. Сейчас мы, блин, туда вернемся. Дайте только выжить. О, твою мать! Сука! Он убьет просто сразу. Спалился. Спалился. Я тут бегаю просто от них, как... Я не знаю, кто. А гребаный сраный веник. Но знаете что? Это работает. Они, в принципе, меня теряют. Из виду. Ненадолго. Надо перегруппироваться, да? А там белый ящик. Нет, красный, тогда фу на него. Угу. Не такого Кайл еще выделывал. Я сюда зайти смогу? Нет? Угу. Я тебя понял, блин. Это был коричневый. Я по силе удара по жопе почувствовал это. Я просто это не мог не почувствовать. Парни. Кто, блин, на новенького, а? Уноси готовенького. Суки, сейчас. Мы принимаем бой с Кайлом. Может быть, даже выживем. Малая осталась жива. А пацан отхватил. Есть. А куда же делся беляк-то, а? Шоколадный пришел. Хе-хей! Это да. Это, блин, заканчивается не очень обычно. Ой, Кайл, ты че? Это я промазал, а ты уже шуток не понимаешь. Четверка, да? Четвертого уровня погоня. Лечиться надо, Кайл. Тебе лечиться надо, ты такие жопы лазишь. Это был не шоколадный даже... Да стой ты! Я, по-моему, жутко устал, или что-то с Кайлом случилось, он перестал нормально прыгать. Тут выход был. Нарисован, видали? Они даже взрывных на меня натравили. Это определенно жопа, потому что сейчас расстреляют. Только не говорите, что по-тупому вот так вот. Коричневый! Сука, шоколадный. Надо, знаете, надо валить. Давай. Валить, потому что... Серьезно? И там? Просто и там? А я ведь всего лишь хотел... Вскрыть эти самые... Пустите, суки, ладно. Пошел в задницу. Мне определенно надо свалить, потому что мне дадут до хрена опыта. Это Харан. Это, по-моему, жопень. Я только что в прямом смысле слова вышел из зада. Это жопа, не Харан. Это было буквально на половину метра больше, чем Кайл мог выдержать. Я уверен в этом, потому что я жал на С. Жаль. И до хрена опыта бы получил, если что. Ну ладно. Окей, я тогда теперь хотя бы заберу эту фигню. Окей. Гоняли, конечно, как просто, я не знаю, как не в себя. Но Кайл на самом деле им не поддался, он не умер. Он остался жив. В каком-то роде, да? Сука. В каком-то смысле. Лова. Будем считать, что он остался непобежденным.
Колодные там ходят, видали? А я думал, аптечку сейчас возьму. Угу. Обязательно. Голова, голова, голова. Это шоколадный. Ой! Заметил. Или нет? Кайл не различает знаки на дороге. Так, 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 так. Здесь ходят везде шоколадные. И обычные, и неприличные. Всякие здесь ходят. Но я бегу как танк, я все понимаю. Скрываемся. Давай, быстрее. А закрыться можешь? Не можешь. Ну хорошо, это же не значит, что я не смогу их здесь по-тихому перекоцать просто. Всех. Да ты гонишь! Да ты демон! Твою мать! Спокуха. Кайл, спокуха. Овца, хватит сейчас. Я тебя закиляю. Сдохни. Сдохни. Сейчас, ребята, я восстанавливаюсь. Секунду, да. Машите руками, разминайтесь пока что. Да ты, сука, разминайтесь, говорю. Урод, а? По-моему, это сортир. Ай, ну да, действительно. Чё я хочу, да? Чё я хочу просто? Сломалась же уже, мотыга моя. Суки. Почему он такой крепкий? Вот. Наконец-то у него башка взорвалась. Все? Проблевался? Ты еще не проблевался. Не смей меня бить. Не смей. Сука. А здесь хорошее место. Не совсем хорошее. Я не могу попасть. Сюда. Хорошо. Вот давай отсюда. Это будет славная бойня. Ребят, подождите. Секунду. Я перематываюсь. Надо же мне перемотаться. Это, конечно, сортирная жопа, но Кайл будет молодцом, если выживет здесь. Пошли в жопу все. Отвалите. Руки короткие, говорю, сука. Господи, мать. На. Я же не хочу как бы поднимать шума. Так бы достал дробовик, и им бы было мало места. Отвалили все. Вот это боевое безумие Кайла. Сука Крейна. Которого сейчас убьют, потому что он почему-то здесь застрял. Какого хрена? Отвали. Ребят, там дождь уже разбушевался за улицей. За дверью. Они меня завалят трупами сейчас просто. Еще раз сломалось оружие? Ни хрена себе. Ай! Больно! Ты трожь меня. Лежать. Лежать. А все потому, Кайл, что ты не умеешь закрывать двери. Да какого их хрена вышел вообще, а? Блин. Окей, окей, окей. Расслабились, да? Сейчас я быстренько их перекиляю. На входе! Ты, сука, блевотная. Ах ты, твою мать! Это уже ни в какие ворота? Их же аптечки закончатся. Я что? Что ты, специально? Что, крыша ее, что ли? Что за фигня? Отвали. Сейчас сюда приедет явно какой-нибудь крепкий дядя, и мне будет амнец просто. Ой-ой-ой, как хорошо легли-то, а? А, ты насмерть. Все. Выжил. Это было смерти подобно, но он выжил. Кайл просто супергерой. Да твою мать. Этот сундук супергеройский какой-то. Ага. Кстати, хитро, что они сделали более крутые сундуки белыми. Потому как белый-то он не такой приметный. И это прикольно. А красный он легко заметит, и там фигня всякая всегда. Ух. Фигня. Конечно же, фигня. Нет, подождите, трупы у нас раскладываются сами с собой. Постепенно расщепляются.
Ладно. Ну, вы же знаете, когда останется одна отмычка, я начну резко их вскрывать, как просто как орехи. Это так работает. А то, что мы затарились большим количеством отмычек... Да, сука, ты мешаешь. И как мне за ним посмотреть что-то? Инвентарь заполнен, да это и говно. В принципе. А это вообще левый какой-то. Вообще бечевка. Ну, ясненько. Они плохо расщепляются здесь, потому что на неровной поверхности тут просто все. Все четко, да, как в жизни. На неровной поверхности зомби расщепляют трупы. Зомби расщепляются намного дольше. Ну, это же все знают. Физика первый класс, елки зеленые, в конце концов. А я еще удивляюсь, какого хрена. Собственно. Это потому что тройка в химии, по химии была. Хотя нет, подождите, а что у меня было по химии-то? А, у меня по химии была пятерка. Тогда это вообще странно. Втройне. Ладно. Так. Я тебя, что ты думаешь, не обыщу, что ли? Даже вверх ногами. Я у тебя алкоголь вынул. Я не знаю, откуда вынул, но откуда-то вынул. Окей. А эти, в принципе, нерасщепляемые, да? Что же? Теперь мы ломанемся вот сюда. Ну, типа, чтобы все клады, уже склады эти обыскать за раз, да? Но это мы будем делать с двухстволочкой. Парень, не для тебя. Не для тебя, говорю. Но ты хочешь сдохнуть, да? Это будет дико, да? Я понимаю, это будет дико, это будет стрёмно. Но какого хрена? А тебе не хватило, да? Да как ей просто вот это вот... Угу. Я тебя понял. И тебя я тоже понял. Вы все хотите меня съесть. Потому что я очень вкусный. У нас есть задание, куда мы бежим. О как, черепашка-ниндзя прям люк нашел. Ребят, вы за мной ломитесь? Так же интереснее. Давайте я вам подбавлю, а? Подбавлю ориентиров. А, бежит таки. Огонь не отстал, как она могла отстать? Я же здесь. А что это с ними? А, они стали меня просто обнаруживать везде. Ребята, спокойно. Получи фашист гранату. Раз Кайл пошел в отрыв, то по полной. А вот этого я не ждал, я не видел, что там справа. Это может быть последним, что Кайл сделал. Не хотелось бы. Не хотелось бы. Поэтому лечимся. И переходим с пистолетика, с этого игрушечного, на нормальные стволы, которыми я начинаю резко дико мазать. Кстати, а почему очки не снимаются, а? Типа вот, то они снимаются даже просто когда падаешь с крыши пару раз, а тут вообще ни в какую. Это же удивительно. Или нет? Вообще-то да. Странно, интересно, сколько дадут за ночь? Или я все очки просрал, что за ночь мне полагались? Угу. Да все нормально, кажется, еще. Да все в порядке, ребят. Я тут буквально пробегаю мимо. Вот сюда куда-то. Куда-то хрен знает куда. И я все пробежал. На. Ну... Как им это удается просто? Как им это удается? О, кстати. А, нет, это дверь, закрытое окно. Ладно, а я тут подумал. Сейчас влезу в окно. Будет удобно очень. Дай только... Секунду, малая. Я же попросил, ну я же попросил. Я сюда войду. Давай. Давай. Молодец. Так быстро пригибаться, как они пригибаются, это просто надо уметь. Угу. Короче, пацана порвало. Прыгай давай, чё. По-моему, они хотят жесткую разборку, да? Как минимум на пистолетах.
Давайте, ребят, сбегаемся все. Отвали от парапета. Твою мать. Ага. Ну давай. Кто она новенького? Сейчас мы устроим вам красивую жизнь. Он не умер, конечно же, не умер. Я все знаю. Его это только раз задорило. Ты же меня чувствуешь? Где я? Где я? Найди меня. Малая упала. Оп. Как ты хорошо стоял. Пофигу. Пистолет нужно расходовать сколько угодно. Ползем. Пошла отсюда. Ну что, ребята? Газированный пришел. Сейчас сделаем ему. Бабах. Пошла нафиг. Где кто? А, больно, я знаю. Чё надо? Нет, ну конечно. Ногу! Кайла! Никакое оружие не переплюнет. Никогда! Пошла отсюда. Ты там живая, да? По-моему, не живая. Да стой! Смертельная нога Крейна. Техника смертельной ноги, скажем так. Пошел ты. Да где твоя башка уже лысая, тупорылая? Я тебя сейчас прикончу, блин, просто. Все. Я все понял, ребята, я все понял. И все равно она выжила. И тварь тупая. Иди сюда. Иди просто, мать твою, сюда. Так, пристрелил. Окей. А на пистолетик-то они так не сбегались? Потому что явно они, чем круче Кайл, тем круче бегут. О как! Аж дернулась. Но выжила. Да? М? Да? Отвали. Пошла нафиг. Все? Это все, что здесь есть в районе? Конечно же, не все. Конечно же, блин, мать его, не все. Ну вот в каком, блин, мире живут разработчики? На таком расстоянии дробовик все еще смертелен. Серьезно. Ой, ладно. Херня все. Мы прорвались. Ты по-прежнему закрываешь двери. А я по-прежнему не перезаряжаю. Начнем с холодильника, да? Первым делом, когда вломился в дом, обчисти холодильник, сожри всю пахлаву, и будет тебе счастье. Конечно же. Ну да. Ожидаемо. Что здесь? Кроме зомби и джинников. Это нам все пригодится. Надо будет наделать, кстати, вкусностей. Я имею в виду аптечку. Конечно же. Это самые вкусные вкусности, которые здесь есть. Херня. Я бы взял, но херня. Да. Так. Нормально это. Это как бы фигня. Легкие порой даже труднее открывать, чем нормальные. Ну, потому что думаешь, что... А, легкая фигня, расслабляешься и все. Ясно. Сколько я кофе набрал, интересно? 1200 уже? Наверное. Оу, это прям электроника, это прям на батарейке берем, и электронику прям тема. Казалось. Кстати, что это за кино? Какой-то Guns 3. Не знаю, это их турецкое. Кто в теме, напишите в комментариях. Эти все-таки нащупали. С первого раза. Чем меньше отмычек, тем бодрее Кайл открывает. И херня, собственно, здесь. Ну и ладно. Ничего страшного. Я вроде как тут все обшарил. Собственно, все пули слил, но я их обязательно же восстановлю. Не переживайте. Здесь была бодрая у нас схватка. Здесь вообще серия такая... До хрена уровня поднял, но это делал не специально, просто хотелось как-то
Шоу. 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 Ты еще взорвись мне. Они требуют продолжения банкета? Кабум. Большой. Ядрить колотить, а? Я чувствую, надо отсюда сваливать, потому что когда у меня заканчиваются пульки, наступает жопа. Ну ладно, давайте, достреляем же. Дробовичок, как минимум. Да как ты так быстро-то, а? Залазь давай. По первой. А, вы синхроночку мне решили устроить, да? Парень, я здесь, мать твою. Вот видишь, тебе не хватило. Воу! Это же надо? Это же, блин, надо такое? А ребята за меня взялись-то серьезно. Видимо, обида накопилась. А ведь меня тоже. На чем у меня там остались пули? На пистолете немножко. Это сурово. Ребят, пульки заканчиваются. Понимаете, что такое пульки, когда заканчиваются, а? Вы вообще понимаете это или нет? Человеческий язык, сука, понимаете, мать вашу? Ползи. Давай. Там еще одна малая. Я тебя вижу. Что, все? Ну ладно, с этими уже фигня. Вопрос. Сваливать надо отсюда, сваливать. Потому что я так никогда в жизни. Да ладно! Это было так тупо! 1300 всего? А где вот это вот 6800, 19 тысяч и так далее? Почему этого больше не снимают? Я, кстати, профукал, сколько там за ночь дали. Ну ладно, посмотрю на повторе. Что же, это была определенно одна из самых мясных серий. Конечно же, мы поднимем навык. Там накопилось одно очко навыков. Ну, давай, наверное, в разброс. Я вообще метанием не пользуюсь. Давай тогда эту хрень. Хотя и это, наверное, не буду пользоваться, но кто знает. Попробуем. Может быть, это очень даже дельная штука, которую я, как всегда, изначально не развил. Такое очень часто случается. И, в принципе, следующий уровень не за горами. Да и тут мы уже приближаемся к максимуму. Это радует. Это радует. Надо будет зайти в следующей серии в башню. У нас же есть немножко этой фиговины. Плавить. Или нету? Где? Где? Есть, 7 наборов. Плюс-минус даст чего-нибудь. Может быть, еще чутка и уровень поднимется. Ладно, что же. Ребят, если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайк. Если она вам не понравилась, просто непременно обязательно ставьте дизлайк. Это просто вот надо. Просто выражайте свое мнение. Я не знаю, некоторые люди этого не делают, потому что они меня не хотят обидеть. Некоторым, потому что им пофиг, а потом они удивляются, почему им на ютубе предлагается всякая фигня. Они, допустим, кликнули на ролик, им просто понравилась превьюшка и все. И дальше ничего это не пошло никуда. Вот. Поэтому, ребят, чем больше вы будете выражать свое мнение, хотя бы даже в лайках, комментарии, я уже молчу за них, хотя бы даже в лайках, тем больше вы будете смотреть видосов, которые вам потенциально могут понравиться. Все вот так просто. Поэтому оценивайте все видео, которые вы смотрите на ютубе, лайком или дизлайком. Да, я говорю это в каждой серии, но каждую серию бывает смотрят новые люди. И даже если я одного-двух человек как-то вот, я не знаю, на эти мысли наведу, своей серии, одной, второй, третьей, то это уже победа, как по мне. Что ж, где тут у нас чистое небо, вот оно. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки есть в описании. И ба-бай!